Ой, наша история, дорогой зритель, на волоске. Пропадет это яйцо, и нам не о чем будет рассказывать. Интересно, о чем думает этот мальчик? А, он думает, не обменять ли яйцо на рыболовный крючок. Но тут, к счастью, он вспомнил сказку о гадком утенке, которую ему читала бабушка. Что тебе там надо? Внимание! Вот отсюда и начинается та веселая и печальная, та странная и удивительная история, похожая на сказку, которую мы вам расскажем. Итак, глава первая – «Таинственное яйцо». А вот и я, сказал обитатель таинственного яйца. За мной. Раз, два, три, 11, 19. Ну, все. Извините, пожалуйста.
Слушайте, дети, весь мир делится на то, что едят, и на то, что не едят. А до всего, что не едят, нам нет никакого дела. Кто это? Что это? Это едят? Нет, 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 это не едят. Это для взрослых. Отравишься, и все. Поиграем. Давай. Во что? Пятнашки. Ты пятна. Не водись с кем не надо. Туда бегать, а то с вами будет знаете что. Ah!
меня. Тише, дети. Сейчас я вас поведу туда, где вы научитесь хорошим манерам. Как он смеет, какой нахал. Давай поплаваем. Кого ты ко мне привела? Ты гадкий утенок! Вон его! Вон его! Остался один. Перед ним лежал новый мир, чужой и незнакомый. Итак, в добрый путь.
Одному очень скучно. И наш утенок решил завязать знакомство. Ты кто такой? Кто такой? Кто? А я сам не знаю. Тогда уходи. 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 Ну, вот урод. Вот урод. Теперь я все понимаю. Чтобы не видеть больше своего отражения и не расстраиваться, он решил уйти подальше от этого пруда. Теперь, когда вы появились на свет, и у вас есть две лапы, чтобы бегать, два глаза, чтобы глядеть, и два уха, чтобы слушать, слушайте. Слушаем, слушаем. Что надо знать прежде всего? Не знаем, не знаем. Прежде всего, вам надо знать, кого бояться. Тебе чего? Можно, я послушаю. Можно, только подальше. Итак, слушайте. Это было на нашей далекой родине, в Южной Америке. Я, как настоящий страус Нанду, возился с вашими старшими братьями и сестрами. А их мамы, как настоящие страусы Нанду, гуляли и ничего не делали. Thank you.
Все было хорошо. Как вдруг я увидел трех чудовищ. Настоящий страус Нанду, я побежал изо всех сил, чтобы отвлечь этих чудовищ. Так я попал сюда. Теперь вам понятно, что вы, как настоящие страусы Нанду, должны бояться людей с мешками. Тебе где велели сидеть? А ну-ка, уходи отсюда! Это, кажется, они. Чья очередь рассказывать? Моя очередь. Идите все сюда. Все сюда, все. Слушайте печальную историю вот об этом роковом кольце. Как всегда весной мы летели к себе на родину. Так начал свой рассказ старый полярный гусь. Нам хотелось скорей домой, на далекий остров Врангеля. Летели я и моя супруга, 17 моих теть, 33 племянника и много других родственников и знакомых. Вот я и моя супруга, я справа. Наконец мы прилетели и начали устраиваться. Thank you.
мы были счастливы даже тогда, когда внезапно поднималась метель и падал снег. Мы продолжали сидеть на гнездах. А кольцо? Если вы будете меня перебивать, рассказывайте сами. Не будем, не будем. На чем же я остановился? Ах, да. Когда у нас появились дети, мы отправились в далекое путешествие к озерам, где всегда сколько угодно вкусной еды. Дорога не из легких. И все пешком, все пешком. Вы скажете, почему же вы не летели, а дети? Когда же, наконец, про кольцо? Имейте терпение. Вы, конечно, знаете, что летом, когда мы меняем старые перья на новые, мы летать не можем. Вот в этот самый момент люди зачем-то, не знаю зачем, нас ловят, нацепляют какие-то кольца, а потом отпускают. Дошла очередь и до меня. Смотри, у этого уже три кольца. Ну, давай-ка отправим его на большую землю. Давай. Я не понимал гоготания людей, но это четвертое кольцо было роковым. Люди коварны и хитры. Бойтесь их. Куда? Куда? Куда вы? Come on.
Вот чертенок удрал. Будьте добры, скажите, есть ли на земле уголок, где и мне позволят жить? Лети в сторону уходящего солнца, стремись к голубому озеру, там найдешь ты покой и счастье. Благодарю вас. Скажите, пожалуйста, как пройти к голубому озеру? Понятия не имеем. Жаль. Ай-яй-яй, какая гадость!
если вас не затруднит, где Голубое озеро? Гонят и смеются надо мной, но мне некуда больше идти. Не гоните меня. Уходи отсюда, мы не принимаем чужих. Он жил один, боясь даже приблизиться к журавлям. Но однажды случилось вот что. Гадкий утенок зла не помнил, а кроме того у него было смелое и благородное сердце. Он ценой своего крыла спас журавлей. Собирайтесь в дорогу, собирайтесь в дорогу.
все улетели. Гадкий утенок остался один, закрыл глаза и приготовился умереть. Идет зима, улетай. Одно крыло. Тогда прячься в нору. У меня нет норы. Тогда уходи. Постараюсь. Так-то. Зима, скорее улетайте, я вам скажу, куда лететь. К Голубому озеру, скорей. Ну что же вы? Лети! Подхватили гадкого утенка и подняли его вверх. Thank you.
Покажи. Ладно, ладно, ладно. Видала? Гусик. Ой, какой большой. Вот и будет у нас жареный гусь с яблоками. А как это с яблочками? Увидишь. Кажется, на этот раз наша история о гадком утенке подходит к печальному концу. Как жаль, что он не успел превратиться в прекрасного лебедя. Девочка не читала сказку Андерсена, но у нее было доброе сердце. Гусик, я не хочу тебя с яблоками. Иди. Thank you.
Же ты. Какой ужас! Я стал еще страшнее.
вдруг наш герой увидел свое отражение. Гадкий утенок был так же прекрасен, как эти царственные птицы. Он был невыразимо счастлив, но, честное слово, ничуть не возгордился. Доброму сердцу чуждо высокомерие. Не беда появиться на свет в курином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца. Начинается новая история. Но, к сожалению, мы не можем вам ее рассказать, потому что...